Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 2,5×7. Вот на таком основании. Будет у нас два форточных блока. Пока приехали, разложились. Приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, зафиксировали, все выровняли. Покрыли стены поликом. Сейчас будем их прокручивать, одевать профиля. Параллельно будем крутить конек. Потом переливы и затем уже крыша. Потом все остальное. Двери и форточные блоки. Работа идет, работы пока еще много. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5×7. Идем смотреть. Распашная дверь с одной стороны. Это то есть дверь плюс форточка. Форточка в торце с другой. Каркас теплицы сделан с профильной трубы. 40 на 40 арки. Также есть труба 20 на 40, 20 на 20. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150, обработан, пропитан. И ну, вот так вот клиент его решил закрепить. Много-много-много зацепов. Также есть диагональные усилители по 2 штуки на каждую сторону. Есть 2 форточных блока на термоприводах. Напоминалка. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также по периметру торца установлен декоративный, он же прижимной уголок. Вот такая отличная, красивая, главное, очень прочная, надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте палец вверх. Всем пока.